Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы создаем еще один урок в программе DP Animation Maker. Это будет урок номер 25. Как создать зимний пейзаж? Ну, или зимний пейзаж, на котором у нас Баба-Яга и Леший возвращаются с коляды. Первое, что мы делаем, фончик. Фончик у нас заранее подготовлен. Вот сейчас мы его откроем. 44b. Это зимний пейзаж. Вот здесь вот елочка, избушка, снег и приличное такое вот небо. Вроде пейзаж и неплохой. Открываем эффекты. Все, как обычно, я открываю. И дальше иду первое, что вот эти вот блесочки, номер 3. Открываем. Их вон много, но мы сейчас сделаем, чтобы они были звездочками у нас. Во-первых, размещаем их вот так вот. Подтягиваем их. Подтягиваем. Ну, наверное, вот так вот, чтобы закрыть верхнюю часть экрана. Вот дальше. Вот у нас здесь будут располагаться звездочки практически на небе. Дальше мы делаем что? Смотрим размерчик. Ну так. 17, 18, 19, 20, 21, 23. Ну все, наверное, 24. 25, 26. Это размер звезд. Это великовато уже, наверное, 26. 24 где-нибудь хватит. Теперь их количество посмотрим. Ну, вот так, да, не мерцает там. Нормально. Следующее, что мы делаем, это... Так, здесь тиражки нету. Вот на этих. Значит, звездочки, вот они, вытаскиваем сюда и ищем, где у нас эти кисти, рельеф, кисть деформации, анимирующая, вращающая копия фона. Вот фоновая копия кисти, вот так вот. Тащим ее. Теперь применим эту кисточку. Маловато эта кисточка. И пожестче ее чуть сделаем. Ну, как-то вот так вот. Не совсем, может, корректно будет. Ну, кто пожестче и поменьше... Еще поменьше. Так, чтобы рисовать было хорошо. Ну, художники, как я... А, надо еще поставить масочку, чтобы видно было, как мы мазюкаем. Потому что мы с котом Тимофеем художники-то... Вот так. Вот так поставили масочку. Так, замазываем. Ну, это вверх надо хорошо замазать, а низ-то сплошняком, чтобы и звездочки у нас. Ну, мы мажем как умеем, а кто хорошо рисует, тот сделает так, как надо. Вот так. Так, чтобы звездочки на деревьях не были, вот они, чтобы были на небе. И теперь вот замажем все. Опа, дырочки тут.
можно бы и не обязательно, но лучше замажем, чтобы была полностью фоновая копия. Значит, это вот все мажем, 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 мажем. Как царь в сказке говорил, и крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцам не прослыть. Так, вот здесь вот еще мы. Ну, не знаю, вроде везде замазы. А, вот еще дерево, дырочек. Вроде бы нигде не видно. Ну, это... Те, кто хорошо рисует, сделают гораздо лучше нас. Так, вроде бы не видно. Так, вот звездочки у нас получились на небе и там за лесом где-то. Замечательно. Значит, сам фон мы поставили. Первое, что сделали. Дальше звездочки на небе поставили. Ну, я не знаю, будем добавлять вторую избушку Бабы-Яги или не будем. Ну, здесь вот мы теперь сделаем, чтобы дым шел из трубы. И дым вот, чтобы он шел вот так вот. Ну, приблизительно, конечно, не совсем так, так как художники мы абы какие. Вот, чтобы он шел почти так, как надо. Значит, сейчас находим дым. Где-то он у нас был-то. Потеряли водопад. Ой, водопад, дым, 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 дым. Мы берем дым 2. Он вот такой прозрачный, как в оригинале. Открываем. Открываем и подтягиваем вот этот вот квадратик сюда, к концу трубы. Ну, так вот, вроде так. Теперь вот это вот от забора до упора поворачиваем, поворачиваем до упора. И здесь еще это мы его пробовали делать. 130 здесь поставим. Вот так посмотрим. О, дым вроде пошел почти как надо. Так. Здесь вот чуть-чуть дымку добавляем еще. О, и здесь. Ну, можно ровно 300 поставить. Не, наверное, нет, потому что уже начинает дым идти у нас не оттуда. Ну ладно, сейчас мы его чуть-чуть вот так подтянем. Короче говоря, Баба-Яга печку топит, ого-го. Вот. Значит, дым у нас как надо. Если мы хотим совсем подрисовать, надо еще одну создать фоновую копию. Вот. И тогда дым будет прямо из трубы идти. Ну, можно, чтобы было высокохудожественное, попробуем. Не получится, удалим. Где у нас какие деформации, копия фона? Вот так добавим. Ну и вот здесь вот так сейчас закрасим. Так, так, так. Вот так. Ага. Вот так. Так, и масочку сейчас поставим. Все, наверху над дымом. Ну так аккуратненько просто проведем, чтобы дым у нас шел. Как бы из трубы. О, почти. Ну, как рисуем, так и получается. Ну, почти получилось у нас. Кто хорошо рисует, у того лучше. Он прикроет и дымок, и все. Прямо из трубы будет идти. У нас похуже. Мы показываем, как можно сделать. Так, теперь дым у нас чешет. Замечательно. Но должен же быть еще, потом будет легкий снегопад. Это ладно. И так как Баба-Яга печку кочегарит вон по полной, где-то у нас есть тропические рыбки, нам не нужны.
Так, 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 блёстки мы поставили, фейерверки на молнии ничего не надо, пучок лучей тоже не надо. Волшебный изгибающий радиальный эластичность поворот. Огонь, свет нам кисточка нужна. Вот. Нам нужна кисточка свет. И эту кисточку сейчас мы сделаем поменьше и пожёстче. Сейчас посмотрим, масочку поставим. Ну, честно сказать, это мы не закрасили, а замазали. Ну ладно. Так, как замазали, так замазали. Значит, скорость так и оставим, 50. Вот. Soft periodic. Ну, не очень-то она. Вот колор, может, желтенький поставить. Ну, видно, что мерцает огонек. 50. Вот так, во. Бабка там печку кочегарит по полной. 150. Попробуем поставить. О! Вот так. Ну, можно и 250 поставить. Там у бабки, значит, что-то жарится. Наколедовало. Сейчас попробуем 250. О, не, многовато. 200 оставим. Опа-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 па. Слетело. 2 0 0. Вот так вот, пусть так вот печка там у бабки что-то жарится, то ли наколедованная, то ли бабки наворованная, но что-то там есть. Так, это все тю-тю. И теперь же зима, звездочки и легкий-легкий снежок добавим. Вот так вот. Так, облака, походу, дождь, снег. Но здесь снежинки вроде. А, это облака уже. Это снег, снег. Так. Вот от натура. Нет, экстенсион пак. О, снежиночки. Одна красивее другой. Это дополнение. Ну, вот эти поставим. Мне вот эти понравились. О, ты класс. Ну, поставим их поменьше. Да, на всю. Ну, вот так только. Значит, во-первых, их количество уменьшим. 55. Ну, 50 оставим. И пикселей штук 40 оставим. Даже 30. И снежинок штук 40. Такой вот легкий порхающий снежок у нас будет. Так. И теперь, пока он пусть так идет, этот снежок менять направление ему не будем, хотя здесь можно ему поменять, вот ветерочек, ну чуть-чуть можно ему поменять, конечно, вот так, как дым из трубы идет, так и в эту сторону наклоняем. Так, ну что,
все, снежинки белые, белые, белые. Значит, пусть это у нас будет из Бабы-Яги, еще одну не будем дорисовывать ей. Так, хватит. Вон. И здесь теперь добавим. Добавим теперь, собственно, саму хозяйку. И, о, вот она. Открыть. И сейчас ее вот так вот. Пляшет бабушка. Чуть-чуть ее побольше сделаем. Вот. Так, бабушка, бабушка. 100% спин поворачивать не будем. Чуть-чуть бабушку. А, это скорость. Оставим скорость 100. Это повороты. Ну, чуть бабушку увеличили. Вот так вот ее как-то. И чуть-чуть, может, к избушке ее. Вот так. Так, теперь жена одна, одинокая старушка. Ай-яй-яй. Так, добавим ей. Где-то это бабки Ёшки, сказки, наверное. Тай-та-тай-да-тай. Где-то тут у меня был красавец. Танцы-фигуристы. Что-то деда нет, может, в сказках. УПРСТ сказки. Вот тебе на, потеряли мы деда. Надо было раньше приготовить. Разные салюты сказки. Ну что, спецэффекты. Роботы не подойдут. Если здесь деда нету, то поставим ей обычного деда, не лешего. Тут дед точно был. К бабье дед в гости пришел. Сейчас мы его найдем. Ну, можно будет этого, если не найду другого. Вот, и тогда пусть дед. Ну вот, у них тоже праздник. Так, того лешего не нашел. Значит, чтобы к бабушке дед повернулся, нажимаем вот здесь горизонтально, чуть-чуть его поменьше сделаем, подальше он там будет танцевать за бабкой, бабка тут. Так, возвращаемся опять в наши стандартные эффекты. И крайнее, что мы сделаем, значит, у нас фон есть, звезды мерцают, дым из трубы идет, окошко светится, дед с бабкой танцуют. Ну, все. И теперь поставим им фоновую копию. Еще одну для того, чтобы они не смотрелись вот так вот, как
абы как прилеплены. Так, копия фона. Копия фона. Значит, масочку мы им прилепили. И теперь вот так вот. Вот так вот. О, нет. Это большое. Вот так. О, нормально. Вот так. И сделаем еще одну копию фона, чтобы снежок у нас падал так, как надо. Вот замазываем деду чуть-чуть его сапоги, что он в снегу. И бабка, что в снегу, там тоже танцует. Ну, елочку, все тут. Вот так. Ну, теперь убираем масочку. Вот, они пляшут. Ну и все. Дед с бабкой пляшут. Пожалуйста. И осталось что им добавить? А добавить им осталось то. Они будут плясать. Снежок теперь как бы идет на дальнем плане. Ну, не совсем на дальнем плане. Ну, за бабушкой и за дедушкой, и падает именно в сугробы. Вот. Так, и осталось им теперь прилепить еще одно, что они наколедовали. Радуются, что добра понахватали. Шаблоны. Так. Новогодние персонажи, подарки. О! И вот сейчас подарочки. Вот эти вот, хопа, мешок у них добра. Хоть он вроде и новогодний, но рождественского у нас нету. Вот, он здоровый такой. Мешок здоровый. Сейчас мы его поменьше сделаем. Ну, тут им в коробках что-то понадавали. Вот так. Ну, о, мешок вот такого размера, наверное. Большой у них мешок. Прилично они, добра. И этот мешок опускаем за фоновую копию. Выделен он, и опускаем его. Ну и все. И бабка с дедом танцуют вокруг наколедованного мешка. А теперь еще им прилепить кота на крышу. А может и сюда? Что все они радуются. Наколдовали, притащили, теперь пир будет горой. Ну, еще один. Попробуем кота какого-нибудь прилепить. Та-та-та-та. И в шаблончике. Коты где-то у нас были. Нет, с музыкой кота не будем. Где-то от Бабы-Яги был кот. А вот когда надо и не найдешь. Черный кот был. Может. Ну, поставим этого. Пусть создает музыкальное сопровождение. Так. Кот-то должен быть поменьше. А то ж уж бабка с дедом. Нет, так его
Вот так. О, чуть-чуть побольше. Так, и теперь скорость кота нужно уменьшить. Уже очень быстро он заставляет бабку с дедом плясать. Где-то поставим. Вот так. Вот он лапкой не так быстро дергает. Ну вот все. Эта шобла наколедовала. И мы создали зимний пейзаж с персонажами, которые вернулись с колядок. Вот так. Все очень просто. Теперь что делаем? Файл. Сохранить проект как, чтобы потом можно было сделать 458. Ну, это у меня. Я просто выделил. А здесь напишем. Колядки. Проект сохранили, в любое время можно отрендерить. А дальше классически идем в экспорт и куда хотите, в MP4, AVI, MOV и так далее. Вот в принципе и все. Урок окончен на этом. Вот мы создали зимний пейзаж со снегопадом, мерцающими звездами и возвратившихся с колядок бабушку с дедом. Всего вам доброго, всего хорошего, до новых встреч!